Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі створили соціальний патруль для інформування безпритульних людей про роботу міського центру соціальної допомоги. Про це повідомили в департаменті соціальної політики міської ради. Як працює соціальний патруль та яку підтримку надають безпритульним у міському центрі соцдопомоги? І гість нашої студії соціальний працівник Центру соціальної допомоги для безпритульних Сергій Соломаха. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі, тож, шановні радіослухачі, ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 096 447 1303. А також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пане Сергій, ось розкажіть нам, коли взагалі почав працювати цей центр соціальної підтримки, допомоги безпритульних, та взагалі де він ось розташований? Ще раз добрий вечір, наші слушателі. Центр начал работать, практически он работал давно, но он работал несколько в ограниченных условиях. Это был адрес Свердлова, 56. Конечно, пребывание в этом центре, они помогали многим людям, но не было той достаточности, которая есть сейчас в наших условиях. Адрес нынешний, Лоцманская, 22А, это большой центр, рассчитанный на 60 человек, где есть отдельное проживание, комнаты отдельные проживания для мужчин, для женщин. Это комфортабельные условия для санитарных условий. Питание, вечернее, ужин есть, телевизор, библиотека есть, банк одежды есть, где, в принципе, те условия, которые необходимы на первичном этапе, чтобы человеку зацепиться за жизнь, за тепло, за уют, за домашний уют, который стараемся с нашими сотрудниками дать этим людям. Центр начал свою деятельность в июле месяце, после длительного карантина он все-таки открыл и начал свою работу. А ось розкажіть, яку саме допомогу можуть отримати в цьому центрі безпритульні люди? Большинство наших клиентов – это люди без определенного места жительства, у которых нет документов. Поэтому люди, приходя к нам, получают направление на флюорографию, кожевенодиспансер, дерматолог. Это обязательное условие пребывания у нас. Вначале люди находятся в изоляторе. На то время, пока получаем результаты обследования людей, и в дальнейшем мы их ставим на облик, заводим на них документы, даем им посвечение бездомной особы, и дальше человек переводится в комнаты, где, в принципе, он проживает. Проживает он с 5 вечера до 7 утра. Дальше люди занимаются своей, теми моментами, которые у них есть или упущенные, или же где-то что-то недостает в жизни. Это восстановление документов, возобновление своих социальных связей, трудоустройство на работу. Если это люди с инвалидностью или же пожилые люди, мы стараемся сопроводить их для того, чтобы этим людям было проще устроиться в дом-интернат или в дом престарелых, там, в дом инвалида. Вы слушаете программу «Тема дня» на Украинском радио «Днепро».
Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про роботу Дніпровського міського центру соціальної допомоги для безпритульних. Гість нашої студії – соціальний працівник Центру соціальної допомоги для безпритульних Сергій Соломаха. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. Пане Сергій, ось розкажіть детальніше про ось цей проект «Соціальний патруль». Як він взагалі працює, як ви виявляєте ось безпритульних людей? «Соціальний патруль» он став дуже хорошою ідеєю нашого центру, тому що не всі люди, во-первых, вони оповіщені, ну, понятное дело, что эти люди ограничены в информационном доступе, они не имеют полноты той связи, которую имеют другие люди, и поэтому они находятся вот, ну, в неком своем мирке, который находится или же где-то на свалках на каких-то, ну пусть это не свалки, но где-то в отдаленности все равно от... Так, ми маємо ось телефонний дзвіночок, зараз приймемо, тоді ви продовжите. Вітаю, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Я називаюсь Володя з Донецька. Дуже вдячний пану Сергію Соломасі, що він взяв на себе таку важку роботу, стоїчну таку справу. От. І хотів би, крім подяки, ще висловити побажання. В районі Нагорки, ну, по Чернишевського, по Патержинського, тут зверху, по Староказацькій, є безхатченко, жінка без ноги. От, якщо можна, якби ви змогли її привести до себе та допомогти, це була б дуже слушна і корисна справа, бо жінка без ноги її давно бідує, декілька років вона тут жебракує, і я сподіваюся, що ви зможете надати їй, можливо, медичну допомогу та й тепло. Дякую вам красно за вашу працю. Дякую, дякую за дзвінок. Тож, пане Сергію, ось такий дзвінок. Людина допомоги потребує. Чи може ваш центр взагалі ось якось допомогти цій людині? Как я говорил, наш центр только рассчитан на ночного пребывания, и тот вопрос, даже не вопрос, а тот запрос, который сейчас от Владимира пришел, он очень актуальный на данное время, потому что много людей обращаются, те люди, которые не могут сами себя обработать, те люди, которые находятся без конечностей или же находятся в психическом расстройстве каком-то, то есть они ограничены в самообслуживании, они не могут сами себя обслуживать, и тем паче они не могут покидать пределы нашего центра. Вот на данный момент, ну, как бы мы не были ограничены, но все-таки входим в понимание и в снисхождение к данным людям. И некоторые люди, они там маломальски остаются у нас в центре, пока мы занимаемся их устройством в дом-интернат, дом-инвалида, и они находятся у нас. Но это все равно не выход. Наш центр, он рассчитан все-таки на ночное пребывание, на тех людей, которые могут себя обслуживать в первую очередь и, ну, в принципе, так как должны заниматься своим социализированием, а мы в этом помогаем. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы и эта категория людей, вот как эта женщина, как другие люди, просто их масса, сообщений, масса заявок и от врачей города, они просто тоже, вот, тем более в холодное время года, они у себя оставляют людей, потому что их некуда девать, они оставляют у себя, отводят определенные палаты, и в этих палатах находятся люди, и они буквально проживают. Кто-то доживает. И мы имеем еще один телефонный звоночек. Витаю вас, вы в эфире, говорить, буду ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, планируется ли
соціальні центри, де б люди могли проживати, які больні, без определеного місця жительства. Вот, чтобы им оказывалась какая-то такая помощь. Что же это только ночлежка, это мало что помогает людям. Я была в центре на Свердлова не раз. Мне звонили люди, был человек без обеих ног. Я вызывала скорую помощь, социальную службу. И мы его поместили в больницу, в четвертую горбольницу. Вот. Эти люди, конечно, очень сложные. С ними очень сложно работать. Но все-таки им жилье, питание и медицинская помощь постоянно. Спасибо. Дякую вам за дзвінок. То, о чем я говорю, очень многие больницы, они сделали буквально в смысле слова у себя, ну, такие хосписы, в отделениях хосписы, и огромная благодарность Инне Григорьевне, которая сейчас исполняет обязанности начмеда второй рабочей больницы, где действительно мы с ней тесно сотрудничаем и стараемся помочь тем людям, которые находятся, ну, в буквальном смысле, вот действительно, на моих глазах люди, да, как они прожили свою жизнь, по-разному бывает складывается, но тем не менее люди уходили в вечность в нормальных, в хороших условиях, как люди, а не как, даже не знаю, как грязь, как даже не знаю, с чем сравнить. Поэтому, конечно, очень хотелось бы и очень нужно, чтобы все-таки такие центры, они открывались. А то, что есть люди, так и есть гериатрические пансионаты, есть дома престарелых. Конечно, процесс оформления в эти дома престарелых, он требует определенных усилий, определенных знаний в практичности и в динамике, как помогать им. Так, і ми маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі, можете говорити. Алло, добрий вечір. Я хотів би спитати, а от то, що я ще не бомж, то ще не бездомний, ще поки житло є, хоч і намагається мене відібрати, бо в мене нема реєстрації, нема прописки, нема документів на це житло. А могли би ви допомогти юридично вирішити це питання? Да, ставте номер телефона, ми постараємося зв'язати вас з юристами, щоб, ну, как-то, по крайней мере, ви могли отримати юридичну консультацію, ну, і далі вже відталкуватися. Можливо, то можна зателефонувати ось до центру вашого, щоб там залишили контакти. Да, я о чому говорю, просто про чоловіка. А можете назвати телефон центру вашого? Ну, дзвоніть мені 097-433-1941. Мене звуть Сергій, дзвоніть. Постараємося, є юристи, которые готовы с нами сотрудничать, есть адвокаты, которые с нами сотрудничают. Ну и в частности, есть в нашем отделении есть юрист, который также может надать квалифицированную помощь для того, чтобы вы не остались на улице. Так, і ось повернемося до нашої теми, повернемося саме до соціального патруля, взагалі як він працює. Взагалі, хто це, я так розумію, соціальні працівники ось шукають людей безпритульних і запрошують їх до центру, розповідають про його роботу. Як це взагалі відбувається? Да, ми совместно з поліцією, совместно з участковими, кожна неділя, це кожен район міста, у нас підписан договор о сотрудничестві в эту нашу в этот наш социальный патруль входит также еще фельдшер центра, общественники из некоторых организаций тоже они с нами совместно патрулируют и принимают участие. Там кто-то тестирует на ВИЧ, кто-то на гепатит тестирует. В общем, занимаемся одним и целым. Но
в общем-то, суть этого патруля, опять-таки вернусь к тому, что он дает информацию и в случае, ну, скажем так, ургентной помощи, где необходимо, где человек говорит, у меня нет финансов, у меня нет возможности сейчас добраться как-то к вам, вот окажите возможность, то мы на социальном патруле, мы имеем эту возможность взять человека сразу, отвести его, чтобы он принял душ, переоделся, и тогда отправить его также отвести. Мы иногда собираем группы этих людей, когда получается там 2, 3, 4 человека, мы их совместно отвозим в поликлинику, также сотрудничаем, это вторая поликлиника, это седьмая поликлиника, которая оказывает нам возможность для обследования этих людей. Бесплатно, без каких-либо там регистрации и тому подобное. Поэтому едем по городу, общаемся, зачастую участковые, они знают скопление этих, где находятся эти люди. Поэтому приезжаем туда, общаемся на место. Иногда, конечно, встречаем враждебность от этих людей, потому что тем более сейчас они находятся, многие находятся в нетрезвом состоянии, ну и, соответственно, у них своя жизнь, свои обычаи, свои уклады жизни, и мы как бы не вписываемся в то. Но еще раз скажу для тех, кто нас слышит, что это далеко не Свердлово, я ничего не хочу сказать о Свердлово, как там было, что, но здесь совсем другие условия. И те люди, которые у нас находятся, ну, по крайней мере, от них я слышу, что это даже лучше, чем в каком-то хосписе. Не хосписе, а это хостеле. Поэтому приезжайте, чем сможем, поможем. А если нет, оставляйте заявки, будем разбираться в частном порядке, с каждым случаем в отдельности, где сможем поддержим и постараемся решить вопрос о госпитализации в больницу и дальше в дальнейшем заниматься или оформлением дом-интерната, или дом-инвалида, или же здесь социализироваться, подлечиться и становиться строить, становиться, приходить к, ну, к жизни. Вы слушаете программу «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про роботу Дніпровського міського центру соціальної допомоги для безпритульних. І гість нашої студії – соціальний працівник Центру соціальної допомоги для безпритульних Сергій Соломаха. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. І ось мої колеги поспілкували з одним із безпритульних, якого запросили до центру соціальної допомоги, але чоловік вирішив залишитися на вулиці і не їхати до центру. І давайте зараз його послухаємо. Далі говорить Віктор Паршин. Я вже привик до такої життя. Я, знаєте, було таке час, да? На снігу спав. В цій житті буває все. Мені люди дають там той гривні, той 50 копійок. Той 5 рублів, знаєте, я за що все живу, да. Пане Сергій, а ось як часто люди під час соціального такого патруля погоджуються ось поїхати до центру взагалі? Ну, здесь я не можу сказати часто, не часто. Ну, ось несколько, якщо ви... Несколько. Є люди, які є буквально в смислі, ми збираємо 2-3 чоловіка, забираємо, сразу готові їхати. Є ті, які беруть направлення, ми составляємо на них первичну анкету при патрулюванні, вони беруть направлення на флюорографію і говорять, що все, ми в процесі... Ну, тобто за один патруль кілька людей погоджуються. Да, 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 да. Тим більше зараз по холодам. Ну, практически я не скажу, что центр наш сейчас под завязку, но уже места, ну, скажем, те, кто плохо себя ведет, ну, как бы так, плохо в кавычках, те, кто не соблюдает определенные правила центра. А какие умовы перебывания в этом центре? Ну, первое – это прохождение флюорографии, соблюдение
определенных правил, это трезвость, это адекватность и это санитарные нормы, придерживаться санитарных норм. То есть люди каждый вечер, они купаются, они проходят, если в случае какой-то там, ну, заводится какая-то живность где-то, то, конечно, это определенная санобработка. Есть у нас фельдшер, который принимает, каждый день принимает человека, он меряет температуру, он проверяет на наявность всяких паразитов. И, ну, если это все есть, то… А ось розкажіть про працівників цього центру. Взагалі, скільки там працює людей? Вообще, руководители есть, три социальных работника, фельдшер, ну, сестра-хозяйка есть, и три администратора. Это те люди, которые находятся на сутках, администрируют работу, в общем, следят за порядком. Здесь у нас тревожная кнопка, потому что нередко мы сталкиваемся с тем, все-таки, ну, иногда люди очень агрессивные. Бывают конфликты, да? Да, бывают не просто конфликты, а бывают и прям нападают. Нападают и грозятся вырезать всех. Много людей приходят, у которых довольно-таки большие срока, и есть и за убийство люди приходят, те, которые сидели. То есть, ну, я не исключаю, что эти люди действительно могут от слова перейти к делу, поэтому у нас есть и тревожная кнопка, в случае чего приезжает охрана сразу, и на проходной есть еще три, ну, посменно сторожа есть. А ось окрім ночівлі, з якими ось проблемами найчастіше ось звертаються до вас там? Ну, обманують на жильё. Обіцяють одно, і нерідко це бувають родственники. Які кажуть, от буквально сьогодні ми, может, как-то слышали, может, видели, була в інтернеті історія нашумівша, ми з Северного забрали женщину, которая спала в кустах. Мы совместно с полицией, наш патруль, он приехал, забрал женщину. Ну, она несколько была взъерошена на тот момент. Ну, так, она так не очень понимала, была несколько нетрезвая, но все равно мы ее взяли, несмотря на это. Она приехала, на следующий день у нее был приступ эпилепсии, мы вызвали скорую помощь. Ну, ничего, она нормально вырвалась. Со всего этого прошла этот период. И сегодня мы уже подали документы на восстановление ее паспорта. То есть через 20 рабочих дней человек получит паспорт и будет иметь возможность уже трудоустроиться, официально трудоустроиться. Но сейчас, знаете, как иногда бывает, говорят, что незаменимые люди. Но я считаю, что незаменимые люди – это те, кого не нужно заменять. Вот этот человек, она стала незаменимым человеком, она помогает, она везде все включается, она, ну, где-то человек, которого не надо заменять, и мы оставляем ее. Мы оставляем, она не хочет и сама никуда уходить, пока не трудоустроится, пока не придет, ну, скажем так, в норму эмоциональную и физическую, остается. Ось на вашу думку, що потрібно ще для центру, щоб покращити його роботу, ось на вашу думку, чого не вистачає? Да, я не сказав, що ця жінка, вона була обманута своїми родственниками, їй сказали, що ми вирішимо питання, просто треба поки виписатися. І от вона виписалась, і на той момент вона була з малолітнім ребенком. А чи багато людей ось таких звертаються до вас? Да, багато людей обращаються, де по обману родственников. Есть вообще вот сейчас, ну, просто мы не можем его взять. Во второй рабочей больнице находится мужчина и дочь, он в буквальном смысле слова, он жил возле магазина, где работает его дочь. И она его не принимала в дом, она там иногда ему выносила чай. И вот сейчас он без документов, без ничего. Мы сейчас пытаемся с Инной Григорьевной решить вопрос по его документам, чтобы хоть как-то человека можно было куда-то устроить, гериатрический госпиталь или, ну, куда-то его помочь. І так, я питала вас, що, на вашу думку, ще ось необхідно, щоб покращити чого роботу, не чого не вистачає ось? Не вистачає, наверное, вот то, о чем звонил наш гость и говорил, вот куда деться, как быть, человек без ноги, как быть. Вот ночное пребывание хорошо, но давайте пойдем несколько дальше,
потому что этим занимаются, ну, нечистоплотные разные движения, какие-то деноминации, какие-то вот люди, которые, я не знаю, может, они как бы хотят помочь, а почему так перерастает, что заканчивается тем, что отбирают документы и какое-то насильническое удержание, и те люди, которые не могут себя обслуживать, они в буквальном смысле слова находятся в плохих условиях, да и зачастую их не хотят брать, но от них смысла никакого нет. Поэтому вот не хватает, наверное, такого некого отделения, ну, я не скажу, может, хосписа, но вот каких-то отделений, люди, где люди да, по крайней мере, уходить, да, да, по крайней мере, я не скажу хоспис, потому что, в принципе, большинство из них сами себя могут обслуживать. Они имеют, маломальски имеют пенсию, там, ну, пусть это бы небольшие пенсии, но тем не менее, люди имеют пенсии. Но они не могут уходить и где-то целый день быть. У них нет этой возможности. Конечно, для таких людей может быть какое-то подмастерье, там, ну, какие-то плести кружева, там, навскидку, я это говорю, там, клеить конверты, делать какие-то ящики, там еще что-то, какое-то небольшое хозяйство, где эти люди могли бы и занимать свое время свободное, то есть это не праздность времени провождения, и в то же самое время люди приносили бы и себе какую-то пользу, и может это было пользой для какого-то там дома для людей с инвалидностью, где бы они что-то могли делать, и эта продукция переходила бы туда, и, ну, как бы рука руку мыла бы. А ось чи вашому центру, можливо, люди чимось допомагають, речами, харчами, наприклад? Да, помогают. Помогают, одеждой помогают, ну, много. У нас большой банк одежды, буквально в смысле уже банк еще стал, потому что у нас вся комната отведена, даже уже не одна отведена под вещи. И продуктами помогают, но это в частном порядке наши хозяюшки, те люди, которые работают в центре, они уже в частном порядке дома что-то готовят и приносят, так подкармливают людей. А, ну, дают какие-то там полуфабрикаты, что-то, какие-то продукты дают для людей. Дякуюсь вам. Телевизор, кто-то с, я не помню, кто-то с людей нам телевизор подарили. А можливо, що-небудь потребуєте ось такого, можливо, ще телевізор? Нет, ну, хватит, слишком много телевизоров тоже смотреть нужно. Ну, конечно, было бы, может быть, как в процессе, в дальнейшем, это вот какие-то более такие небольшие производственные, ну, производственные громко сказано, но тем не менее какие-то небольшие помещения, где люди могли бы работать, где люди не уходили бы куда-то в никуда, потому что некоторые из них, они просто идут на те места, где кормление, вот перебиваются, с утра выходят и занимаются тем, что где-то ищут себе пропитание, потому что пенсии, в принципе, это небольшие. Да, они проживают бесплатно, да, ужинают, но, тем не менее, есть у большинства людей есть физические проблемы, которые надо решать, а это требует средств. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був соціальний працівник Центру соціальної допомоги для безпритульних міста Дніпра Сергій Соломаха. І говорили ми ось про роботу цього центру. А ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».